Здрасте, мы проходим Скайрим. Так, возвращение электрика и шахтера. Мы идем по катакомбам. Чё ты мне пошептишь? Давай говори тоже. Ля-ля-ля. Так, устроение палаток. Трубы что-то. С трубами что-то. Давай. Ты же у нас водопроводчик, а ты электрик. О, вот и водопроводчики. Мочи! Давай, ты же крутой шахтер. О, говорю, бандитов. Точнее, шахтеров. Он победит или нет? Итак, мы телепортируемся. Мы жрем капусту. Какую-то фигню. Яблочко красное. Он, наверное, белоснежка. Так. Вот у нас есть такие оружки. Завидуйте! Итак, в прошлый раз нас убили, сейчас этого не будет. Мы идем дальше. Вот какая-то электрическая тетка. Мы ее бьем. Мачи! Пошел сюда. Да, валим лучше. Откроем тот сундучок. О, еще один шахтер. Братан! О, как красиво сдох. Мачи! Пошли сейчас к драконам. Сколько у нас золота, мы богачи. Какой-то жестокий мишку убил. Ну, какой-то чморик. Бандюк. В бак запихал. Обломись. Ты куда нашел? Блин, ненавижу, когда они уходят. Ты где? Мальчик. О, сюрприз. Еще своих позвал, наверное. Убит. Дракон уже. А теперь мы получили новую работу. Антинасекомик. Мочи его. Мочи Ваську. Есть паучок. Надеюсь, паучка так зовут. Сын. Погнали дальше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так, мы продолжаем нашу экскурсию по Скайриму. Тут должен быть дракончик, если наша тупая молния мании не ошиблась. Не, я ошибся. Да. Так что продолжим. Он вообще вон там. Ну ты ваш. Это наш друг, когда он кроссфайр не смог пройти. Наша экскурсия продолжает. 100 рублей за минуту. Опять я сюда пришел. Ну ты тупой. Подхранили, что он... Это наш друг подхранили, что он так разозлился. Ключи от третьего лица. Я злой. Тебя же не видно, да? Да. О. Великая Отечественная война давно закончилась. По ступенькам, по дорожке я уеду купить сапожки. Как красиво. Маленькая птичка. Мочи его. Бери ухо, лошара. А толку? На тебе. Потом мне дашь место на карте. А-а-а! Помогите, зовите пожарных! Да тут снег, обваляйся, блин, что ты тупишь? Прячься, Васька! Васька, прячься! Что я изучил? Дракон! Где? Бей его криком на Z, на Z! У меня есть идея. Я перемещусь. Трусардия! Я сдохну. Красиво. Итак, мы идем в город опять сражаться с новеньким дракончиком. Такой молоточек, чтобы ему забить гвозди в башку. Какой ты добрый. Да, он очень добрый, блин. Теперь он вообще другой счет названия. Ладно, мочим дракончика. Прыгай на него. Безым, безым. Ну, давай, крутой, давай, давай. Давай, 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 он крутой. Мочи дракончика. Он влетает сюда. Да, правда. Нам точно. Бери, крик используй. Вот сейчас вся эта... Крик. Зэп. А кто круче, нафиг? Кто заорет круче? Мочи его молотом. На. Получи. Ну, лет через 20 валю, да? Ну, сейчас у него кровь только из носа максимум пойдет. Так. Остановим силу.
тогда Великая Отечественная война. Опять с криками его вали. Спой, слышь. О, кровяк из носа, я же сказал, потекло. Да надо, сдохни. Бери зелье восстановления. Но красиво! Красиво опять молния вздыхает. Да, кончик. Скажи, какой ты король. По столу пройди. Сейчас мы вам покажем прикол. Один. Сейчас, подождите. Этот прикол называется «Я король, мне все пофигу». Оба-на! Посуду к черту! А никто на нас не злится. А это все жрет откуда-то. Синю мечу. Прикольно будет. Я давай короля завалим. Царь живет в кладовке, блин. А замок для кого, скажи? Ой, Ярло. Кто им? Ярло, это король. Ярло. Так, для особо тупых. Ну, опять кладовка. Покой Ярло, вообще крутые покои Ярло. Где ж его похоронить? Он коньяк хранит там. Че, кто это такой? Ба-бам, ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам. Ой, дверь какая-то. Да иди что уже куда-нибудь. Это где? Не хочу. Это страшно. Пацанчик, пацанчик, мочкани пацанчик. Мочкани, мочкани, мочкани пацанчик. Чтоб никто не видел. Вас не видят нафиг. Такой трупак сейчас лежит. Все. Ассасин Крид нафиг. Чё? О, кто нафиг сражаться будет с тобой? Какой-то бессмертный. Ах ты, гадина, свалил. Мочить их в дом престарелых. Да ты гадина. Да иди ты. Ох, надо драться. Ван, мы эту фигню пропустим. Мы дальше мочим мальчиков. Чуть не валится. Так, где Яр? Король. Буди, гада. Вставай! Ну, король? Да. Давай, мочкани его. Сейчас будем доказывать, что король зомбак. Ой, я хотел... Сейчас мы докажем, что король зомби. От первого лица сделай. Сколько отдыхать? Нет. Мочи его во сне мочканем. В башку прям. Зарядим. Сейчас будет король зомби. Мочи! Еще одну! И что это было? Смотри, как у него жизнь возрождается. Ну... О, нафиг, круто! Прикольно. Чем он тебя мочит? Официальная валюта. Чё? Денежка. Понятно. Великий прыжок. Нафиг обломись. Агил! Прыгай, прыгай! Блин, в баг залезли, походу. Бегай, бегай! Вот туда, туда иди сейчас. А-а-а! Быстрый способ. Ладно! Я жив. Вот с этого сигани. Потому страшно. Да сигани. Ой, люсак! Видишь, как надо спрыгивать. Дядя Петя с молотком всех дубасил. Лосось. Лови. О, пошли на рыбалку. Это кто такой? О, крутой лосось. Мать, давай на рыбалку. Сейчас мы покажем лосось. Рыбалку. Где лосось? Лосось? Поймать лосось. Поймали лосося. Поймали лосося. Поймали лосося. Мы ловим лосося. Все, я устал. Бежим, бежим, бежим. Так, ну ладно, давайте мы попрощаемся и потом продолжим с братьями. Бу!